приводят футболиста с Уфы, который вроде молодой, а все знают, что там 4 или 5 лет, то есть старше. То есть покупается футболист. В смысле, Уронов старше, чем? Ну, в Узбекистане-то, сколько звонили. Какой паспорт? Ну, это же тоже не секрет, в принципе. То, что я слышу, то, что это было очевидно. Покупать за сколько? За 2 миллиона. Ну, секрет, я, например, не слышу, что он на 4 года старше. Ну, знаете...